Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем играть игру под названием «Зомби сезон 2». Вот так вот, ребят. Окей. Всем, короче, привет. Как вы помните, в прошлой серии мы прошли несколько уровней и добрались до 13 уровня. Мы познакомились с крутыми замочками. В прошлой серии мы познакомились с стейбордом. С вот таким мячиком. Ну и все. С кейботом и мячиком. Мы познакомились с ними. Ну что ж, ребятки, погнали. Погнали. Для начала мы купим вот это. Еще купим. Еще. Да, сколько купим? Мы купим до 500. Давайте до 500. А, все, 500 уже давно было. Ну ладно. Выходите, делайте нам место. Вот место нам. А нам много места дали, кстати. Ну где пойдет первый зомбак? Вон там. Ага, иди. Мне нужно. Мне ничего не нужно. Иди куда хочешь. Понимаешь? Иди куда хочешь. Можете идти куда хочешь. Мне все равно. Идите куда хотите. Как говорится, мне все равно. Давайте мы всех уничтожаем, ребят. Мне кажется, мы хорошо справляемся. Не может быть, что мы плохо справляемся. Смотрите, все зомбачки убиваются. Все зомбачки убиваются. Никто не добирается. Так, волна последняя. Это плохо. Так, минус зомбачок. Опять минус зомбачок. Давай, минус зомбачок. Опять минус зомбачок. Эрвой, бара. Это как это мы проиграли, ладно? Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Победа? Да. На, это как... ну ладно. Это что за чудище, я не понял. Вы посмотрите, это что за чудище? Вот три чувака идет такой. Три чувака так стоит, и это чудище подходит. А! Это что за... будет победить. Ну, ребятки, я хочу, чтобы было интересно. Поэтому, ребятки, я беру вот этого хилку, вот этого, и все. Пошли в битву. Не знаю, зачем я это сделал, но ну, ради интереса. Там же... Так. Давайте, выходи, мой маленький чувак. Я жду уже этого зомбоса. Я хочу его прям завалить, чтобы у него голова выпала.
Его голова упадет. Опачки, а вот это уже плохо-плохо, вот это. Давай, давай, у тебя же должны быть патроны. Все. А, там уже сильно пошел, я понял. Нам тоже стрелящика берем. Стрелящики, вы мне только помогайте, вы мне помогайте к основе. Вы скоро будете вылачивать свои раны, не могу проговорить, свои раны. Потому что, скоро вы будете уже, скоро или не скоро, не знаю я пока. А, вот теперь скоро, теперь скоро. Теперь очень скоро. Но! Это как это он выжил? Это как? Давайте! Мы победим! Бари-бари. О, развалил. Победим! А, их там двое на той линии, это плохо. А, все. Двое уничтожены. Давайте мы его победим. Да. А он оказался не таким уж сильным. Ну, на две звезды мы потянули. Ну, было очень сложно. Вот согласитесь, ребят, было сложно. Нам уже один раз... Во. Приветик. Что ты делаешь? Ну, так быстро. Так быстро он победил его? Спецназ. Офигенно. Ага. Спецназ, давай. Ты же спецназ, ты победишь этого большого зомби в одиночку. Или ты не победишь, или ты не настоящий спецназ. Должен быть настоящим спецназовцем. Вот, ты самый крутой. Ты вот очень сильно. Вот я вот тебя отвечаю сильно. А спецназовец очень долго загружается. Когда спецназовец загрузится, вот. Так, минус. Уже этот большой идет? Подождите, я не взял этого. Ну вы понимаете, кого я не взял? Я не взял самого главного. Это тот. Теперь я буду без шуток просто. Без шуток я. Сейчас буду просто работать. А как его приманивать? Давай, давай, стреляйте. Это только первая волна. Давай, ты победишь. Мы победим. Ребят, мы победим по-любому. Либо победим, либо ничего. Да-дах. Бабах. Бабах, да-дах.
Там они в кучке все забились. Все в кучку они там забились. Там да этих гигантов много. А там, смотрите, спецназовец разбирается с этими гигантами. А здесь спецназовец, кстати, не работает. Давай, спецназовец, ты справишься с тем гигантом? Да. Спецназовец... Нет, спецназовец сейчас убьют. Пока спецназовец... Его убили. Пока. Давай, разберитесь с ним, этим... С зомбачком, да. Это они... Ага, все понятно. Ноль звезды, это что за... Почему ноль звезды? Это кто такая? Во-первых, кто это такая? Она в жвачках, что ли? Мне нужно выйти, ребят. А, это торговый центр, новый мир. Понятно. Ну, поехали тогда. О, что это за поле? Давайте пока... Это шо? Ладно, давайте поставим. Эй! Так нечестно вообще-то на минуточку. Так нечестно! Ребят, так нечестно. Это шо за штуки? Пока. Эй, что это за штука? Давай, все. Да, лежи, лежать. Все, лежи, лежи, не вставай. Это что за девочка, дама? Приветик, дама. Ты такая некрасивая дама. Ты что? Вот такая дама у нас новая. Вот я офигела от вот этого. А это кто еще? Я не вижу, кто это еще. Ладно. Поехали. Все, я понял, на эти штуки нельзя ставить этих моих воинов. Нельзя ставить, я понял. Правда, они попадаются на эти штуки. Видите, они попадаются, и все. Давайте вот этого скопаем, поставим вместо его, а вот этого скопаем, поставим вместо него. Угу. Мы победим? Победим? Так, иди ко мне, девочка, бабах.
У нас это... Давай, давай, давай. Давай, пока. Ну, давай. Фух. Победа? Это победа. Победа, победа, ха-ха. О, это шо? Он убирает эту слизь или жвачки, не знаю. Эта штука убирает эту слизь. Я понял. Это мне пригодится, эта штука. А кого уже убрать? Давайте спецназовца уберем. Давай, идем ко мне, ко мне, ко мне. А, он быстро загружается, кстати. Все, убирай. Убирай, убирай, быстрее, убирай. Беги, беги, говорю, беги. Все, он убрал эти штуки. Все, мне он не нужен теперь. Да я забываю эти штуки покупать. Прости, чел, но тебе придется заменить тебя. Аккуратненько, вот так вот, аккуратненько, помаленечку. Давай, 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 ребят! Мы победим! Но он и победит. Все, опачки, взорвался, теперь ты. Победа? Да. Торгового центра. Это победа. Это что за... Что? Он эти жвачки делает. Хочу, чтобы жвачки. Теперь обязательно надо... Брать этого снайпера. Мне кажется, ну ладно, все, пошли. А вот эти штуки пошли, теперь ты убирай, ты убирай, ты пошли, иди ты. Беги быстрее, беги отсюда. Это здесь опасно вообще-то на минуточку, понимаешь? Что, остальные задние ряды это для снайперов. Задние ряды это для снайперов. Я их не занимаю. Это для обычных людей. А задние ряды это для снайперов. Вот снайпер уже первый у нас стоит. Так, за я жду снайпера. А вот этот первый уже идет. Пока. Так, снайпер готов. Пока. Так, там идет. Пока. Так. До свидос. До свидос. Победа. Ура! Победа! Это победа называется. Вы понимаете? Это называется победа. Ура! Это что за штука на следующий? Это что за дрон? Я не понял. Или это дрон, или что это? Ну ладно, пошли.
Он прям перед ходом, ребят, эта штука. Можете чуть-чуть помедленнее, пожалуйста, зомбачок? Чуть-чуть помедленнее иди, пожалуйста. Просто мне приходится труды, все такое, понимаешь? Чуть-чуть помедленнее иди. Давай. Пока. Загрязнитель всего. Пока, до свидания. Я вас вообще-то не звал, загрязнитель. Опять загрязнитель. Ты уверен, что пойдешь? Пока. Так, я уже двоим этот убрал шапки, поэтому ну вот еще один новенький пришел. Надо ему тоже все убрать. Все, я его убрал. Там очень хорошо держится. Хорошо держится прям. Давай. О нет, он начал кидать. Давай, ты уверен, что будешь меня? Я ему сейчас выбор сделаю. Либо он убивается, либо я. Ты уверен, что ты будешь кидать? Перестань кидать через 3. У тебя есть шанс. 3, 2, 1. Я тебя в цельный глаз. 3, 2, 1. Все, прости. У него был, ребят, шанс, но он профукал его. Это что за девочка? Что она делает? Здоровья у нее, значит, много. Все у нее, значит, собака будет. Или не в этом, не в этом, наверное, мире. Ну ладно. Сколько время? Ага. А вон-то эта девочка пошла. А я ей уже все продукты выбил. Ты что быстро? Ты что быстрая? Такая, дама, уйди, пожалуйста. Фу. Что я даму убил. Это хорошо, что я даму убил. А вот еще дама маленькая. Ну ладно, иди. Опять там дама. Опять даму убью. Перезаряжайся. Бабах. Минус дама. Опять дама. Минус дама, уже дама, уйди, пожалуйста, уйди. А то мне не нужна, никакие дамы мне не нужны.
Мне там пробираться! Я промазал! А, все, получается, там. Давай! А, там дама. Давай, давай, мы победим. Опа. Опа. Ну, давай же. Давай, давай. Бомба, давай. О. Вот бомба нас спасла. Ну, пошли тогда. Ладно, давайте, ребят, тогда на этом закончим. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Мы сегодня дошли до торгового центра. Мы уже прошли две миссии. Вот. Мы прошли город и улица. Торговый центр, если мы проверим, потом будет фабрика, аэропорт. Центр города. Больница. Ну и что-то секретное. И, кстати, мы что-то открыли. Бесконечная улица город. Наверное, это бесконечные уровни. Ну ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!